О. Доброго вечора. Навіщо я кажу о? Вже йде запис. О, ось зараз запис пішла. Так. Чудова група 110-та, чергове заняття, надання до медичної допомоги. Актуальна тема. Буде допомагати мені професійний лікар. І будемо працювати чином таким. Це я для запису кажу. Будемо працювати, буде спочатку розповідати щось, якийсь розділ, якусь тему лікар. Потім я буду показувати вам малюнки і звертати вашу увагу на правильні відповіді стосовно цієї теми в тестах. Тобто спочатку він, потім я. Якщо є книжка у вас товста з правилами руху, там наприкінці є ось воно. Ось воно. Є перелік в аптечці препаратів і трохи інформації. Ось воно, бачите? І трохи інформації стосовно, тут написано екстрена допомога при ДТП. Відразу стосовно аптечки. Да, я вже казав, кажу для запису, дуже вірогідність велика, що вам трапиться питання щодо медицини. Стосовно аптечки, аптечці. Я на всякий случай перечислю препараты, которые в аптечке точно есть. Они должны быть. Аптечка покупается в аптеке. Для автомобиля она должна быть обязательно. Перечень препаратов должен быть список. Что там обязательно будет? Там будут перевязочные материалы. То есть, чтобы раны обрабатывать, как это называется, не дезинфицирующие, а, ну вы поняли, дезинфицирующая это химия бытовая, антисептики, вот перевязочные материалы, либо турникет, либо жгут. Если перевязочные материалы в виде бинтов, то тогда ножнички бинт разрезать. Вот, сейчас. Жгут. Ну, турникет жгут, чтобы перевязывать, чтобы кровоостанавливающий. Вот. Салфетки стерильные могут быть. Сердечные препараты, банальные. Нитроглицерин, валидол, что-то такое. Аспирин. Аспирин тоже применяется при сердечных расстройствах. Вот. Ну, может быть такое, как это сказать, такое приспособление, такой мешочек, пакетик, на его нажимаешь, и он становится холодный. То есть для охлаждения ран. Часть перевязочных материалов должна быть стерильная. Ну вот, самое главное я вам рассказал. Могу добавить от себя, что я бы очень советовал вам в аптечке иметь, если у вас или у ваших пассажиров есть хронические заболевания, то что-то от хронических заболеваний, что-то профилактическое антивирусное, жаропонижающее, потому что очень плохо, когда едешь на машине, у меня такое было, когда в последний день перекупаешься на море, купаешься, купаешься, переохлаждаешься, и я было у меня такое, выезжаю утром с моря, в Харьков надо ехать, а впереди еще 700 километров, и чувствую, у меня температура повышается. Ну, хорошо, когда есть аптека, можно остановиться, но лучше что-то такое вот жаропонижающее иметь. А, активированный уголь должен быть в аптечке обязательно. Может быть отравление угарными газами, ну, отравление какое-либо. Ну, и что-то такое, да, желудочно-укрепляющее, потому что в пробке стоять, когда болит живот, никому не пожелаю, кроме рашистских агрессоров. Им даже больше. Вот. Бутылку водки. Это и валюта рассчитаться можно, и продезинфицировать можно. Кстати, презервативы. Презервативами можно что-то подвязать. Проводочек какой-то. Заизолировать электрический проводочек можно презервативом. В презервативе можно перенести ведро воды. Вот. Ну и для других нужд. В общем, очень полезная штука. И я вожу в машине еще обязательно немножко питьевой воды.
если куда-то далеко едете, можно какую-то шоколадку, если очень захочется кушать. Обязательно вода. Вот. Можно немножко какой-то технической жидкости или салфетки чистящие, чтобы протереть руки, потому что в машине обязательно за что-то берешься, руки становятся грязные. Ну и какое-то полотенчико вытереть руки, постелить. Я имею в виду, когда кушаешь или что-то в этом роде. Ну вот как-то так. А, я сьогодні не питав, чи є у вас питання, чи що вас, мабуть, цікавить стосовно нашого з вами спілкування. Бачите, автівки. Значить, я зараз включу доктора. Якщо буде плохо йти, не будет слышно, не будет видно, я выключу свой микрофон, вы мне как-то напишите в чат тогда, если что-то не так пойдет. Да. Сейчас, секунду. Мне ничего не слышно. Ничего не слышно, нету звука. Коллеги, слышно или нет? Вас только нет. Слышно. Нет. Ага, сейчас, секундочку. Я понял, сейчас, минуточку. Здравствуйте. Меня зовут Шепелевич Павел Сергеевич. Я врач-ортопед-травматолог, практикующий, ассистент кафедры хирургических болезней университета имени Каразина. Первая тема наша сегодняшняя будет оказание первой медицинской помощи. Своевременность оказания медицинской помощи. Почему важно своевременно ее оказывать, к чему приводит несвоевременное оказание? Ну, для профессиональных медиков это вопрос такой больше... Риторически, на самом деле, смысл оказания медицинской помощи, да, это вернуть здоровье пациенту. К чему приводит несвоевременное оказание этой медицинской помощи, да, это ухудшение прогноза развития дальнейшего прогноза развития заболевания, вот, профилактика, возможная профилактика осложнений данного заболевания. Порядок оказания первой помощи следующий. То есть в первую очередь мы пациенту обязаны вернуть его так называемые витальные функции, то есть вернуть человека к жизни, да, определить, есть ли состояние угрожающее жизни, вот, а впоследствии уже к более легким повреждениям переходить. То есть в первую очередь мы должны оценить, дышит ли человек, есть ли эффективная сердечная деятельность, есть ли какие-либо угрожающие жизни состояния, такие как кровотечение, например. В первую очередь при оценке состояния больного мы должны оценить его по принципу ABC, так называемому, Air Breathe, проходимость верхних дыхательных путей. Мы должны оценить, насколько они проходимы для того, чтобы воздух мог свободно поступать в легкие.
Для этого мы открываем рот, смотрим внимательно, что в нем находится, да, удаляем все инородные тела, сгустки крови, выбитые зубы. Вот, если тяжелое повреждение, да, то какой-то тканевой детрит удаляем, инородные тела, если там обнаруживаются, также удаляем. Второе, бриз, да, дыхание. Мы должны обеспечить дыхание человеку после того, как обеспечили проходимость верхних дыхательных путей. Этого мы достигаем за счет искусственного дыхания. Искусственное дыхание в полевых условиях оказывается по двум типам, да, рот в рот и рот в нос. Для вас наиболее гигиеничным будет искусственное дыхание рот в нос. Третий пункт – это C-core, то есть сердечная деятельность. Да, добиваемся эффективной сердечной деятельности непрямым массажем сердца. В идеале сердечно-легочная реанимация проводится вдвоем, да, то есть самостоятельно, даже профессиональные медики не каждый могут ее оказывать. Один человек занимается искусственным дыханием, второй занимается непрямым массажем сердца. Как выполняется искусственное дыхание? Мы открываем рот человеку, запрокидываем голову, вот, и выводим впереди двумя пальцами углы нижней челюсти. Так называемый тройной прием Сафара в реанимации, без которого эффективное искусственное дыхание не получится. Этот человек, который выполняет искусственное дыхание, кладет какой-нибудь носовой платок, да, на рот, вот, открывает рот, закрывает нос, вот, и выдвигает нижнюю челюсть впереди. И выполняет вдохи. Вдохи полной грудью в рот человеку, да, с частотой 20-30 в минуту. Надо достигать идеальной частоты. Конечно же, этих цифр добиться очень сложно, но к ним нужно стремиться. Второй человек, который выполняет непрямой массаж сердца, устанавливает руки под углом 90 градусов, кисти под углом 90 градусов, вот, с прямыми локтями, ни в коем случае, да, не двигаем мы локтями, вот, всем весом нажимаем на грудную клетку. Точка, на которую воздействует должен человек, находится на грудине, вот у нас корточка грудина, да, основание грудины, нечевидный отросток грудины. Делим на три части, граница нижней и средней трети грудины. Это точка, на которую воздействовать нужно ладонью. Вот. Экскурсия грудной клетки должна составлять не менее 5 сантиметров по классике. Если услышали хруст ребер поломанных при этом, это, как шутят наши анестезиологи, показатель качественной сердечно-легочной реанимации. Одновременно тот человек, который выполняет искусственное дыхание, должен контролировать эффективность выполнения сердечно-легочной реанимации, потому что каждый шаг, неправильно выполненный, это смерть пациента. Как мы оцениваем качество сердечно-легочной реанимации? По цвету кожных покровов в первую очередь. Акроцианоз, так называемый, то есть цианоз периферических отделов, да, кончик носа, кончики ушей, пальцы, вот, по его развитию. То есть если мы правильно выполняем сердечно-легочную реанимацию, да, у нас начинают розоветь пальчики, носик и ушки. Да. Вот, если мы неправильно это делаем, то вот этот так называемый акроцианоз увеличивается, да, увеличивается площадь цианотичных тканей. Значит, что мы чего-то делаем неправильно, значит, что нужно что-то менять. Также это человек, который выполняет искусственное дыхание, двумя пальцами контролирует пульс на сонной артерии. Контроль пульса на периферических, на центральных артериях очень важен. Если вы не чувствуете пульсовой волны на сонной артерии при нажатии на грудную клетку, это значит, что вы неправильно это делаете. И значит, что человеку кислород у нас не поступает. Как только начинается самостоятельная сердечная деятельность, да, когда восстанавливается сердечный ритм, мы обязаны прекратить сердечно-легочную реанимацию. Мы можем навредить человеку еще больше.
Так, коллеги, я не знаю, сколько оно... Никто не следил, сколько минут прошло. Я отвлекся буквально на секунду, сидя за столом. 6-7 минут. А, все, тогда все нормально. Тогда идем дальше. Сейчас, секундочку, идем дальше. Так, это мы прошли. Как оно он показал? Два или один человек. Вот, на 3-4 сантиметра в районе грудной клетки. Что надо знать для тестов? В тестах будет вопрос. Сейчас, секунду. В тестах будет вопрос, сколько соотношение вдуваний и нажатий. На 2 вдувания 30 нажатий. 1 к 15 или 2 к 30. Вот это правильный ответ для тестов. То есть, как вы видите, не очень сложно. Дальше, да. Рот в нос, как бы, да. Дальше переломы. Переломы – это травматическое нарушение целостности кости. Переломы классифицируются на открытые переломы и закрытые переломы. Открытые переломы характеризуются тем, что полость перелома связана с окружающей средой. Закрытые переломы, соответственно, полость перелома не связана с окружающей средой. Характерные признаки переломов для обывателя, да, это патологическая подвижность, то есть возникновение движений в зоне, где их быть не должно в норме, в сегменте, в котором их не должно быть в норме. Это крепитация, так называемая, костных фрагментов, костный хруст при движении, да, мы слышим, как костные фрагменты трутся друг об друга. И нарушение оси конечности, то есть, грубо говоря, конечность становится кривой. Сразу же после травмы, если этого не было до нее. Первая помощь при переломах, как при переломах, так и при вывихах, это адекватное обездвиживание конечности, иммобилизация так называемая. Обездвиживание конечности в полевых условиях, да, при ДТП, на дороге, обездвиживание достигается наложением транспортных шин. У медиков, да, в машинах скорой помощи эти шины являются табельными, специальными для каждого сегмента, каждой конечности. В нашей ситуации, да, шины чаще всего мы будем использовать импровизированные, то бишь из подручных средств. Шины проще всего делаются из досок, если это верхняя конечность, да, то из несколько раз свернутого картона легко делаются шины, да. Также можно из листов фанеры их делать, вот, или из какого-то плотного материала. Там, если это верхняя конечность, то хоть линолеум несколько раз сложить, хорошо его забинтовать, уже получается шина. Правило качественного обездвиживания конечности классическое – это обездвиживание двух суставов. Один выше повреждения сустав, один ниже повреждения сустав. Тогда мы добьемся абсолютного обездвиживания конечности. При вывихах помощь оказывается примерно такая же, да, только чаще всего вывих происходит в плечевом суставе, да. Конечность подвешивается на поддерживающую повязочку специальную. Такое же действие при повреждениях плечевой кости, плечевого сегмента. Тут шину уже глобальную какую-то накладывать не надо. Просто прификсировать через голову косыночной повязкой, да, можно еще и вокруг тела обмотать каким-то туром, несколькими турами бинтов. Вот этого обычно достаточно. При повреждениях позвоночника, при повреждениях особенно шейного отдела позвоночника крайне важна качественная мобилизация. При повреждениях грудного поясничного отдела позвоночника необходимо пациента укладывать на специальные щиты, да, на картинках. Посмотрите, из досок вот сбиваются, из двух длинных досок и поперечных сколачивается щит специальный, которому больной бинтами прификсируется. Наиболее предпочтительным является транспортировка пациента на животе при повреждении поясничного и грудного отдела позвоночника. При повреждении шейного отдела позвоночника критически важным является
придание физиологичного положения голове, да, то есть, чтобы у нас не было каких-то ротаций, углов, да, и использование специальных воротников шанца или головодержателей. У нас их, естественно, в машинах ни у кого не будет, вот, поэтому мы их делаем из подручных средств. Из листа картона вырезается полоска картона, да, прорезается под подбородок, участок одевается на шею и бинтом сверху приматывается. То есть довольно эффективный метод. Тактика действий при открытых переломах. Опять же, открытый перелом, да, это перелом, полость которого сообщается с окружающей средой. Для того, чтобы перелом был открытым, не обязательно кость должна торчать, которую вы увидите. Кость может находиться и глубоко в ране. При открытом переломе основное правило: фрагменты, которые вы видите, костей, да, не вправляются, не погружаются обратно в мягкие ткани. Это очень важно, потому что если вы их погрузите обратно, если вы начнете как-то вправлять этот перелом, то микроорганизмы, да, вся грязь у нас поступит глубоко в мягкие ткани, и потом с этой инфекцией будет бороться гораздо сложнее. Основное правило – промыть костные фрагменты, промыть рану. Ну, в идеале это нейтральными антисептиками. Если у вас их под рукой нет, а раны сильно загрязнены, вот, тогда достаточно хотя бы просто проточной водой, обильно промыть проточной водой. Вода из-под крана у нас в любом случае чище, чем с меньшим количеством бактериальных тел, чем земля. Поэтому промывать хотя бы водой из-под крана. Ну, хотя бы минеральной водой какой-то. Инородные тела, если вы обнаружили в ране, их удалять нельзя, вот, ни в коем случае, потому что они могут закрывать поврежденный сосуд, да, то есть эмболировать, закрывать сосуд, закрывать точку повреждения сосуда. Если вы его удалите, это инородное тело, то получите обильное кровотечение, с которым справиться в полевых условиях довольно сложно. После того, как вы промыли рану при открытом переломе, необходимо на эту рану наложить асептическую повязку. То есть чистый стерильный бинтик, да, вот на нее положить и забинтовать, чтобы дополнительно не загрязнять рану в момент транспортировки. И после этого накладывается уже транспортная мобилизация, накладывается шина. При открытом переломе после наложения асептической повязки накладывается иммобилизация. Иммобилизация накладывается в том положении конечности, в котором она была обнаружена. Мы вправления никакие не совершаем. А единственное исключение, если есть грубая какая-то деформация. Там, если стопа возле уха лежит, тогда нужно, конечно же, какую-то ось конечности придать перед наложением иммобилизации. Далее. Действие с человеком без сознания. Вот, как надо поступать с человеком без сознания? В первую очередь вы не можете исключить наличие у него повреждений, особенно если человек оказался без сознания в результате ДТП. Для начала нужно убедиться в том, сохранны ли его жизненные функции. То бишь надо проверить наличие дыхания, наличие эффективности сердечной деятельности. Наличие дыхания проверяется очень просто. Либо зеркальцем, да, женским, видно, как оно запотевает, когда вы его ко рту подносите, к носу, либо перышком каким-нибудь. Ну, обычно видна экспульсия грудной клетки у человека невооруженным глазом. Наличие эффективной сердечной деятельности проверяется наличием пульса на периферических артериях. То есть вот на лучевой артерии, там, где мы всегда проверяем пульс, обязательно он должен быть. Если его нет на периферической артерии, а есть на центральной, на сонной артерии или на бедренной артерии, это свидетельствует о недостаточной эффективности сердечной деятельности. Надо человеку помогать. В последующем, вот существует два типа людей в экстремальных ситуациях. Это гипертоники и гипотоники. Гипотоники – это те, которые сразу теряют сознание, млявые становятся, у них падает давление и становится, перестают функционировать эффективно. Гипертоники, наоборот, это те люди, которые сразу же резко берутся за оказание помощи, хватают человека, вытаскивают через закрытые двери вот, на улицу и куда-то его почему-то тянут. Вот, такие товарищи гораздо более опасные для человека. Человека без сознания ни в коем случае нельзя двигать, ни в коем случае нельзя поворачивать, пока вы не убедитесь в том, что у него нет повреждений,
при которых его передвижения могут нанести ему существенный вред. Как поступать с человеком с травмой грудной клетки? Наиболее опасные повреждения грудной клетки – это так называемые пневмотораксы, когда воздух попадает в плевральную полость. Это специальная полость, существующая между ребрами и легкими, в которой создается отрицательное давление, которое принимает непосредственное участие в акте дыхания. Так вот, если в эту полость попадает воздух, либо из легких, тогда этот пневмоторакс называется закрытым, либо из окружающей среды через рану, и тогда он называется открытым. Вот эта ситуация наиболее угрожающая для жизни человека, потому что легкая полностью спадается и выключается из акта дыхания. Помощь при открытом пневмотораксе, да, когда имеется рана. Вообще, как определить, что есть открытый пневмоторакс? Есть рана на грудной клетке, через которую явно слышно движение воздуха, свист, хрюканье какое-то, вот, звук жидкости, да, вот, или свистящие какие-то звуки в момент вдоха человека. Это явный признак того, что эта рана связана с плевральной полостью. Такую рану необходимо в первую очередь герметизировать, то бишь полностью закрыть, наложить так называемую окклюзионную повязку. Обычно это кусок целлофана мощного, плотного, хоть пакет какой-нибудь из супермаркета, наложить на рану и его туго-туго прибинтовать через грудную клетку. Тогда мы устраним движение воздуха через эту рану. Вот. При закрытом пневмотораксе вы уже самостоятельно оказать помощь не сможете, там необходима специальная пункция должна выполняться, вот это уже в момент оказания квалифицированной медицинской помощи выполняется. Идем дальше, коллеги. Значит, что я помню? Хочу обратить ваше внимание, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Значит, первое, есть тесты по инородному предмету в ране, то есть не надо его убирать из раны, доставать. Такие тесты есть, это раз. Два, когда есть вопрос по перевязке при переломе ключицы. Значит, если у нас перелом ключицы, то делается вот такая повязка, согнутая рука в локте. Ну, вы видите меня, да, в маленьком окне. Ну, вот так вот подвязывается вокруг шеи. Но там есть нюанс. Под мышку кладется валик из бинта, из тряпочки какой-то. Вот под мышку валик. Вот такая вот особенность. Вот если под мышку валик, тогда это правильный ответ по поводу перевязки грудной клетки. Ну и фиксация понятна. Там... фиксация места перелома. Значит, хорошо, дядя доктор сказал, что вообще-то доставать человека, потерпевшего из автомобиля, необходимо только в том случае, если его жизни угрожает опасность. Знаете, как в фильмах, машина загорелась, капает бензин. Вот в такой ситуации да. А в других ситуациях надо еще подумать, посмотреть, потому что при травме шеи позвоночника, при дергании его, могут быть проблемы. И еще один нюанс из жизни – ну, мне, слава богу, не попадалось, но если сильный удар, то происходит деформация дверного проема, двери, дверных замков, и вы, может быть, и не сможете без специального оборудования достать человека. То есть у спасателей наших, у них есть такие гидравлические ножницы огромные, вот как ножницы по металлу, как кусачки, только ну, такие большие. Перекусывают стойку дверную, и тогда отгибают элементы кузова, крышу, например, или дверь выгибают, перекусывают, и тогда достают человека, и такое тоже бывает. Вот, что еще у меня тут есть на картинках? Надо запомнить, что фиксация и охлаждение, либо лед, либо холодная вода, может быть, в тестах, вот, прикладывается к месту. Это же касается, в общем-то, и ушиба, то есть холодная вода, охлаждение. Вот, я имел в виду, вот такая, о, не, извините, вот такая повязка ключица, вот, она так вот одевается. Здесь все видно, на ровную поверхность, фиксация. Вот, ну, собственно, как-то
Вот так, да. Повреждение позвоночника, ну, не знаю, будете ли вы так фиксировать, но как-то так. Да. Перевязка раны. Никто не будет вас заставлять в сервисном центре перевязывать раны, не волнуйтесь. Крови вы там не увидите. Вот. Ну, как-то так. Дальше. Секунду. Следующая наша тема – это кровотечение. Кровотечение – это процесс, да, покидания крови вот, своей естественной среды сосудов. Да. Вот. Кровотечение бывает трех видов, некоторые выделяют четвертый вид. Артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Наиболее распространенной ошибкой является мнение о том, что венозное кровотечение менее опасно, чем капиллярное. Это неправда. Венозное кровотечение из центральных вен по массивности сравнимо с артериальным кровотечением из центральных артерий, потому что в центральных венах давление крови стремится к давлению крови в центральных артериях. Поэтому опасность кровотечения как венозного, так и артериального очень высокая. Как отличить венозное кровотечение от артериального? Помимо цвета крови, да, при венозном кровотечении кровь будет темная, при артериальном кровотечении светло-алая. Конечно, в полевых условиях, там, в момент оказания медицинской помощи, сложно по цвету определиться, особенно в ночное время, особенно человеку, который там, особо эту кровь и не рассматривал никогда в жизни, вот, очень сложно. Поэтому определяться с источником кровотечения следует по интенсивности крови истечения. При артериальном кровотечении, да, у нас классическую струю в потолок вы не увидите, скорее всего, потому что эти все кровотечения чаще всего прикрыты тканями какими-то, то есть как в фильмах ужасов не будет. Вот. Но при артериальном кровотечении есть одна особенность. Кровь вытекает порциями из раны. Толчками она вытекает. Вытекла, перестала, обычно с секундным интервалом. При венозном кровотечении кровь истекает с постоянной скоростью. Это такая основная характеристика, по которой нужно определяться. Массивность кровотечения никакого отношения не имеет к дифференцировке. Да? Как при венозном кровотечении может быть массивное кровотечение, так и при артериальном кровотечении может быть массивное кровотечение. Методики остановки кровотечения. Всегда нужно идти от простого к сложному. Большинство людей, не имеющих отношения к медицине, сразу начинают хватать жгут и его куда-то накладывать. Вот. Надо начинать от самых простых методик, которые мы с детства знаем. Вот. Даже при массивных венозных кровотечениях часто удается достичь остановки кровотечения за счет банальных методов. Первое – это давящая повязка. Давящая повязка на рану, без давящей повязки на рану, никаких других методов использовать не надо и нельзя. Чаще всего обычной давящей повязки достаточно для остановки кровотечения. Второе – возвышенное положение конечности, руку поднять повыше там, с источником кровотечения или ногу. Третье – холод банальный. Тоже вызывает спазм сосудов, и интенсивность кровотечения спадает. Обычно эти методы используются вместе, все комбинированы. То есть давящая повязка, повыше конечность и какой-то мешок со льдом приложить. Этих методов чаще всего достаточно для остановки кровотечения. Если же не удается достичь полной остановки кровотечения, тогда мы уже прибегаем к более серьезным методам. При артериальных кровотечениях это метод пальцевого прижатия. Да. Мы пальцем приживаем, в медицине это называется проксимальнее, ближе к центру от раны, да, этот сосуд к какой-то костной структуре. Например, сонная артерия прижимается к сонному бугорку 7-го шейного позвонка. Подключичная артерия за ключицей прижимается к первому ребру. Плечевая артерия позади бицепса прижимается к плечу. Лучевая артерия, там, где мы пульс проверяем, вот, прижимается к ладонной поверхности лучевой кости.
Далее, следующий эффективный метод – это максимальное положение сгибания в проксимальном суставе. Например, кровотечение из лучевой артерии. Мы подкладываем валик на сгибательную поверхность сустава и максимально сгибаем конечность, еще и забинтовываем ее. Вот, тоже довольно эффективная методика. И вот если все эти методики не помогают, тогда мы уже прибегаем к наложению жгута. Жгуты бывают двух видов. Бывают венозные, бывают артериальные. Венозные жгуты толстые, широкие, но тоненькие, да, мягенькие, эластичные. Артериальные жгуты, наоборот, как резиновые трубки, толстые, мощные, практически не растягивающиеся. При венозном кровотечении, да, венозный жгут накладывается либо прямо на нашу давящую повязку, то есть усиливается давящая повязка еще и жгутом сверху, либо чуть дальше от раны, то есть чуть дальше к периферии, дистальной мы это в медицине называем. При артериальном кровотечении жгут накладывается выше повреждения, да, и специальными методиками, там жгут-закрутка такой существует, жгут Эсмарха. Хотя сейчас уже стандарты там НАТО, которые к нам приходят, уже более современные жгуты нам дают. Правило наложения жгута. Жгут накладывается обязательно не на голую кожу, да, то бишь на какую-то ткань, на какую-то одежду, резина. Стягивает сильно кожу, еще больше болевой синдром вызывает. Вообще это очень больно человеку находиться под жгутом. Ишемические боли – одни из самых мощных, тяжелых болей в организме. Поэтому тоже жгут надо максимально быстро снимать. Дальше. Жгут накладывается, как я уже сказал, выше повреждения артериальные. И накладывается с большой интенсивностью, то есть с большим усилием. Артериальные сосуды, они находятся гораздо глубже, чем венозные, поэтому жгут нужно затягивать гораздо сильнее, чем при венозном кровотечении. Проверяем эффективность наложения жгута наличием пульсации на периферической артерии. То есть если у нас сохраняется пульсация, значит жгут мы наложили некачественно. И основное правило, да, необходимо обязательно зафиксировать время наложения жгута. Вот, это фиксируется либо в меддокументации, да, там врачами скорой помощи. В военное время с зеленкой на лбу писали у раненых время наложения жгута, потому что при транспортировках все эти бумажки переходят в другие мира. Вот. И очень важно максимально быстро снять жгут. Летом время наложения жгута до 2 часов, зимой до часу максимум. Это очень важно. В переходные периоды обычно все спрашивают, сколько времени. Чем быстрее, тем лучше. Пациента с наложенным жгутом без всякого оформления сразу же хирурги обычно берут в операционную. То есть максимально быстро надо оказывать помощь, максимально быстро снимать жгут. А потом уже, да, квалифицированным персоналом выполняется окончательная остановка кровотечения специалистов. Так, коллеги, продолжаем. Кое-что теперь я расскажу. Не так, конечно, как дядя доктор, но кое-что расскажу. Сейчас. Значит, виды кровотечений могут быть в тестах. Артериальное, алое, пульсирующее фонтаном, венозное, темное, спокойное. Цвета, как там, гнилая вишня, как говорили. У вас цвета гнилая вишня. Капиллярное просто сочится. Да, прижатие артерии, сонная, плечевая, подмышная, бедренная. Вот, да. Жгут. Есть вопросы по жгуту. Во-первых, на какое время накладывается? Чтобы не запутаться, в зимнее время в 2 раза короче. Если я не ошибаюсь, соответственно, получается летом час, а зимой полчаса. Ну, если я не ошибаюсь. Вот это аналог в качестве турникета используется. В качестве турникета используется поясной брючной ремень. А, и жгут еще накладывается 5-7 сантиметров. У меня цифра 7 сантиметров, выше раны. Вот, это тоже может быть в тестах. Если нельзя определить место кровотечения, например, в одежде находится человек,
тогда как можно выше на конечность. То есть, если рука, то под мышку и так далее. Накладывается жгут. Вот. Ну, как-то так. Также довольно частая ситуация при движении транспортных средств – это возникновение у водителя так называемой стенокардии. Ну, ее еще раньше грудной жабой назывались. То есть сердечный приступ, да, сопровождающийся острой болью за грудиной. Довольно угрожающая ситуация, особенно если она наступает в момент движения транспортного средства у водителя за рулем. Как в этой ситуации действовать? Обязательно остановить транспортное средство, да, обязательно его заглушить, не продолжать движение. Уложить человека на землю, дать ему таблетку нитроглицерина под язык. Одну, а то и две, если тяжелая ситуация. Естественно, вызвать скорую помощь. Чем опасность стенокардия? Да, это явление, которое может предшествовать инфаркту миокарда. Поэтому помощь здесь должна быть оказана вовремя. Так, тут, собственно, все понятно, но я могу добавить. Вот, у меня такая есть картиночка. Да, и оно должно быть в аптечке, что-то типа нитроглицерина. Тут, видите, еще аспирин написано у меня. Там такая фраза может быть в тестах. Доступ свежего воздуха. Вот. Покой, доступ свежего воздуха. То же самое при инфаркте, нечто подобное. И там 0,5 нитроглицерина, вот, и немножко этого аспирина. Выбачайте, коллеги, не знаю по ожогам, чего у нас сбой, не знаю почему, но я вам расскажу тогда вместо дяди доктора. Значит, сейчас, секундочку. Во-первых, степень ожогов может быть в тестах. Вот наглядно видно, первая степень покраснения, второе волдыри. Третья степень – потемнение, покоричневение вот, тканей. И четвертая степень – обугливание до уровня головешки. Да, до уровня... Вот, эта степень ожогов может быть в тестах. Помощь при ожогах. Опять-таки охлаждение. Либо струя холодной воды, либо что-то, вот лед прикладывается. Охлаждение места. И наложение стерильной повязки. Плотненько, но не туго. То есть не давить, но так плотненько, чтобы не попадало туда там всякие какие-то бактерии. И ни в коем случае не использовать масло. В тестах есть этот обманный ответ, неправильный масло. Масло подсолнечное, никакое иное.
использовать нельзя. Это неправильный ответ, это только сделаете хуже. Идем дальше. Следующая тема нашего занятия – это действия при пищевом и токсическом отравлении. Действия при пищевом отравлении классические, да, то бишь нужно удалить полностью содержимое желудочного, которое получится удалять содержимое желудочно-кишечного тракта, да, промывание желудка легким раствором марганцовки, либо активированным углем, либо любыми другими сорбентами. В большом количестве человек выпивает жидкость, либо же, если он без сознания находится, то устанавливается желудочный зонд, через который заливается большое количество жидкости. Потом путем вызывания рвотного рефлекса оно удаляется из желудка. Если токсин уже прошел более дистальные отделы желудочно-кишечного тракта, тогда высокие очистительные сифонные клизмы. Также при токсическом отравлении и при пищевом отравлении, когда возникает, когда уже токсины попадают в кровь, то необходимо, конечно же, использование сорбентов в крови, да, либо массивная инфузионная терапия. То есть много жидкости нужно капать человеку для того, чтобы через наши почки, через нашу печень эта жидкость отфильтровалась. То есть токсины у нас как поступают через естественные отверстия, так и должны удаляться через естественные отверстия. Чтобы они удалились, должно находиться в организме очень много жидкости, которая будет их вымывать из организма. Действия при токсических отравлениях при использовании транспортных средств. Наиболее частым токсическим отравлением при эксплуатации транспортного средства является отравление либо парами бензина, либо угарным газом. И при том случае, и при втором случае необходимо полностью, да, обеспечить свежий воздух человеку, то есть вынести человека из гаража, дать ему обильное питье, ну, естественно, вызвать скорую помощь. При отравлении угарным газом существует опасность жизни человека, так как угарный газ связывает наш гемоглобин, не дает ему больше переносить кислород. Поэтому чем больше человек получил угарного газа, тем меньше у него своего гемоглобина осталось, который может функционировать. Поэтому первая помощь при отравлении угарным газом – это массивное переливание крови. То есть необходимо обеспечить человека новым гемоглобином. Обеспечить человека новым гемоглобином. Что я могу тут сказать? Ну, в тестах промывания не помню, но вот активированный уголь, да, вода, промывание, чистый воздух. Вот активированный уголь может быть в тестах. Активированный уголь. Тут написано у меня таблетка на 10 килограмм веса. И вот такой у меня еще есть, да, доступ свежего воздуха при отравлении газами, собственно. Ну, вот как-то так. И последний ролик от дяди доктора. Последняя тема нашего занятия – это управление транспортным средством под воздействием легких и тяжелых наркотиков, к которым в том числе относится и алкоголь. Необходимо понимать, что не существует ни одного наркотического средства, которое ускоряет нашу реакцию, которое заостряет наше внимание, как бы нам это ни казалось. Проводились тесты со всеми наркотиками. Все наркотики и алкоголь в том числе, они уменьшают скорость реакции. То бишь человек не может адекватно реагировать на какие-то ситуации, которые возникли при движении транспортного средства.
не существует веществ, которые увеличивают скорость движения человека, да, увеличивают скорость мозговой деятельности. Они все их притупляют. Поэтому любое вещество, которое влияет на психику, да, вот алкоголь, наркотики и многие медицинские препараты, противопоказано употреблять при использовании транспортного средства. Ну что тут можно добавить? Я намекал по поводу алкоголя, вот, что это недопустимо, что это само по себе правонарушение. Вот, да, по поводу реакции. Из слов дяди доктора понятно, почему, собственно, употребление наркотических алкогольных прекурсоров само по себе является правонарушением. Я могу еще вот что сказать, что когда водитель едет неадекватно, то это может привлечь внимание полицейских даже и без ДТП. Когда-то я студентам, когда у меня были студенты, показывал вот такую табличку. Значит, сразу хочу сказать, эта табличка неправильная, и не ведитесь на вот эти вот, я ее показываю только для того, даже уберу ее сейчас, я ее показывал только для того, чтобы сказать, что это иллюзия. Ну, конечно, если человек весом 100 килограмм выпьет стакан вина сухого и через час там сядет за руль, то, скорее всего, он будет адекватным. Если он будет ехать потихонечку, аккуратненько, он никуда не попадет. Но это в теории. А на практике на степень опьянения зависит вес человека. Чем больше вес, тем больше растворяется. Чем меньше вес, тем хуже. Вот. Закуска, состояние здоровья, психоэмоциональное состояние и даже компания зависит. И самое главное, что человек даже, были, имейте в виду, бывают такие ситуации, человек, предположим, хорошо отдыхал вчера, а сегодня сел за руль. Так вот, прибор может показать, если он бухал всю ночь, то прибор может показать наличие в крови алкоголя, а человек будет думать, что он трезвый. Поэтому не балуйтесь с этими вопросами, ведите себя благоразумно, есть эти самые. Можно оставить машину на парковке, можно там попросить, там, как там, вызвать шофера бесплатно, платно. Вот, поэтому не надо так делать. Значит, что-то еще. Я вот, когда будете смотреть, можете выставить в группе для всех вот это наложение жгута. Или 5-7, или 7-12, 7 сантиметров точно. По-моему, 5-7, правильный ответ для тестов. И еще есть там тесты такие, определение, что человек живой, не живой. И там варианты ответа по дыханию и по состоянию зрачков. Вот я точно не помню. Но, по-моему, по наличию, отсутствию дыхания определяется, живой человек или нет. Ну вот, кажется, все, что я хотел рассказать, показать по этой теме. Слушаю вопросы. А давайте кто-нибудь что-нибудь скажет. Я просто проверю, что у меня связь есть. Скажите что-нибудь. Взрыв слышали, например, недавно? Ну, не недавно, там, час назад. Нет, не слышали. Понятно. Вот, хорошо. Значит, вы меня слышите. Так. Ответьте мне, пожалуйста, вот на что. Правовые вопросы я вам рассказал. Индикаторы я вам показал. Правильно? Ну, вот эти включенные и выключенные фары. Я видел в Инстаграме шутку. Инстаграм отвратительный. Фейсбук стал как Одноклассники, а Инстаграм еще тупее.
Там такой ролик, приезжает девушка на СТО, подходит этот директор СТО, она говорит, помогите мне, говорит, у меня какая-то проблема с машиной. Он говорит, а какая у вас проблема? А я, говорит, включила фары, и у меня засветилась синяя медуза. Он говорит, что? Она говорит, медуза синяя, это, наверное, какая-то неисправность. Поэтому я вам рекомендую не только для тестов, но и для жизни основные пиктограммы, основные значки на панели приборов. Вот, знать, это включение света, вот, масло, аккумулятор, стояночный тормоз. Бывает, если забудете, ну вы не забудете, ученик другой автошколы, если забудет снять машину с ручника, то он будет у него красная пиктограмма гореть с тормозами. Вот, что там паркинг, восклицательный знак. Поэтому да, надо следить. Если не выключен, прошу прощения, дождь будет, ну, в смысле снег. Прошу прощения, если не выключен указатель поворота, стрелочки зеленые налево-направо будут мигать. Ну вот как-то так. Якщо нема питань, я сьогодні, ну, в мене таке почуття, що я все розповів сьогодні стосовно медицини. Дуже буде добре, якщо ви знайдете цю тему і потренуєте окремо тести стосовно медицини. От, щоб закріпити матеріал і запам'ятати, які відповіді є правильними. Вони не дуже, о, я розповідав, вони не дуже складні. До побачення. Тримаємось оптимістично. А то кажуть, що дуже багато психічних розладів. Кажуть, або у третини, або у четвертої частини всіх українців психічні розлади. Не знаю, ви про мене скажете, мабуть, нормальний я, так? Не знаю, як там збоку дивитись. Ось, і усіх, хто повернеться з бойових дій, з фронту, в них теж буде синдром. Тобто у нас, да, такі важкі випробування будуть після перемоги. Ну, спочатку хай вона настане. Хай вона настане якомога скоріше. До побачення. Використовуйте записи. Всього найкращого. Сьогодні у нас четвер. Завтра зустрічаємось. Я би радив послухати мене. Подивіться устрій транспортних засобів, їх побудова. Якщо ви будете знати побудову транспортних засобів, вам буде легше засвоїти навички керування автівкою. Я в цьому абсолютно впевнений. А ви ж знаєте, я ніколи не брешу. Намагаюся бути максимально відвертим з вами. До побачення. До побачення. До побачення.